Всем привет! Вы на канале «Сам себе повар». Меня зовут Светлана. И сегодня мы с вами приготовим очень интересные карельские пирожки «Калитки». Симпатично выглядят, очень вкусные. Давайте приступим. Для начала нужно приготовить картофельное пюре. Я уже приготовила. Вот оно должно быть не очень густое, чтобы легко размазывалось. Тесто готовится тоже очень просто. Я просеяла 200 грамм муки в отдельную миску. Теперь добавлю сюда примерно чайную ложку соли. И теперь будем добавлять в муку теплый кефир, либо простоквашу или йогурт. По чуть-чуть. Тесто должно получиться густым. И теперь будем добавлять сюда сметану. Сметана у меня 10%. Ну и теперь вымесим руками. Теперь продолжим вымешивать на столе. Вот такое тесто получилось. Оно совсем не липнет к рукам, плотное. И теперь мы будем формировать калитки. Раскатаем колбаску. И теперь нарежем небольшие кусочки. Сформируем из каждой лепешечку. Сложим их стопочкой, чтобы они не зачерствели. Я накрою целлофановым пакетом, чтобы тесто не сохло. Ржаное тесто имеет такой недостаток, оно очень быстро засыхает. Покажу, как формировать калиточки. Вот здесь я две уже сделала. Возьмем кружок теста, выкладываем начинку, размазываем, делаем защипы по бокам и также делаем защипы вот здесь. Ну и здесь слегка можно подправить ложкой. Вот такой пирожок получился. Разобьем яйцо в стакан. Добавим в него чайную ложечку сметаны сверху. Размешаем. И теперь нужно смазать их сверху яйцом со сметаной. Будем выпекать наши калитки при температуре 200 градусов примерно минут 20. До слегка золотистого цвета. Прошло 25 минут, наши калитки испеклись, вот они так подрумянились снизу. И теперь нам нужно смазать их сливочным маслом. Ну вот такие пирожки у меня получились, вот такие они аппетитные, легкие. Вот посмотрите, тесто замечательно пропеклось, очень тоненькое, вкусное тесто. Я не удержалась и съела целых 3 штучки. Очень советую этот рецепт. Необычно, вкусно. Спасибо вам за просмотр, за ваши лайки, комментарии. Подписывайтесь на канал. До скорых встреч!